Тут вот промазала щучка была сейчас. Почти в конце тюпа. Сейчас проверим, где она. Взял. Она не хотела вообще ко мне идти. Четвертая есть, друзья. Вот. Это ко мне. Это моя хорошая. Вот такая вот четвертая щука. Я ее, правда, сдалека увидел, друзья. Что она прыгала. Метрах, наверное, в 40-50 был. Видел. Ну вот и этот тюп отдал мне щучку. Вот, классненько. Что самое интересное, она, блин, под лодку подходит. Вот если промазала, она идет туда, куда воблер поплыл. Вот она в чем интерес. А если бы я ближе был, я бы наплыл. Уже бы было херово. Мне просто повезло, что я сильно близко не подплыл. Кидать начал. Метров из 10, наверное. И она, блядь, с первого же раза тюкнула. А потом второй раз уже, когда промазала, второй раз она конкретно взялась. Трава. Нету сильного жора, друзья, у щуки. Ну а позже тут со строгой все выбьют нахер, и вот так вот сетевики. Сетей наставят, выставят все нахуй. И выловят ее. Всю рыбу нахуй. Лови ты, блядь, в больших озерах, где большие озера. Есть хули в такие маленькие лезьте. Я вот сюда, блядь, за 7 километров на велике приезжаю, блядь. А он приехал на машине, блядь. Поставил сети. И ловит щуку. Дома на диване сидит. А щука ловится у него. Видите, какой закат? Облака прикольные. Вообще красота такая. А я, блядь, на велике приезжаю. Весь день тут тусуюсь, на воде сижу. Ловлю, пытаюсь что-то поймать. В итоге 4, а он ведро, нахуй, или больше. Просто интересно, вот даже ради интереса поднять его на сеть, посмотреть, что там есть. Может, снял он ее? Плавков не видать, наверное, снял, потому что я когда днем проплывал, она была вся за этого, она. В муте. Да, наверное, снял. Снял, скорее всего. Не попалось, наверное, ни хера. Но снял сеть. Правильно сделал, блядь. Нехер тебе сюда приезжать больше. Где-то щука плеснулась.
слышно было, прям хорошо, сильно булькнуло. Здесь, блядь, ёлочки на нули, блядь, мель тут. Тут вот прямо в этом. Прям в траве бубулькнуло. Ну, не знаю, это навряд ли. Навряд ли. Туда попасть и надо еще. Вот видите, не попал. Попасть и надо, во-первых. Во-вторых, это все будет в траве, нахуй. Ну, уже последние забросики сегодня. Вот в этого кошку бы угадать. На ту сторону будем перебираться. До велика нам тут 30 метров. Вот сразу, друзья, вам покажу 4 своих щуки 10 августа 2019 года. Ну и как обычно сделаю селфи вот такое вот. Всем удачи, всем пока, всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Вот, друзья, сегодня 11 февраля августа. Вчера вот поставил вот эту вот сеточку. Вот. Пришел, попалось, короче, 4 окуня, 2 карасика. Сеть 30-ка, короче. Вот, сегодня я без спиннинга, короче, решил съездить в лес по делам. Может, с лета включусь. Ладно, всем пока. Ну что, привет, друзья, сегодня уже 13 августа. Короче, решил я вырваться еще раз на щук после той уточки, которую я веслом сбил. Вот, сегодня буду пытаться ловить уже в другом типу, где я вчера до тюпа добрался, короче. Ну и посмотрим, что из этого получится. Сегодня ветер тот же самый, в ту сторону, короче, дует все. Сейчас время примерно уже 7 часов доходит. Вот, у меня 2-2,5 часа есть в запасе, как бы, порыбачить. Ну, ждем дальнейшего включения. Все. Что будем производить? Первый заброс, друзья. Сегодня. Опа. Хватаешься, травинка. Опять трава. Вот.
сегодня, кстати, тоже сеточку проверил, 3 карасика попалось. Но сегодня уже водичка холоднее, друзья. Я проверял, как бы это, сеть. Просто без лодки проверял, так заходил по пояс. Вода чувствуется с каждым днем все холоднее и холоднее. И ветер сегодня холодный. Прям слышно, спина мерзнет. От ветрища такого. Так. Таковинка была. Солнце, блин, слепит. Бахнуть должна либо щука, либо окунь, ребятки. Сегодня подальше уйду по ветру. Так, буду пробрасывать, сколько успеваю, пока меня ветром несет. А потом уже на обратном пути буду облавливать места. Потому что ближе к вечеру должна щучка браться. Намного лучше. У нее перед сном жор на закате. Здесь где-то окунь должен быть в этой траве. Насколько я вчера убедился в этом, что он тут присутствует. Вот. Вот такие вот ребятулечки-делички. Я уже приноровился так, что забрасываю с травой, она у меня в большинстве случаев слетает по пути. Вот. Как бы сильно-то не обращаю внимания на то, что трава ловится. Утка летит опять сюда. Но я промажу. Не, она ушла. Ушла в сторону. Боится уже. Знаешь, что тут вот такое с дырками, с двумя весло. Аэродинамика хорошая. Блин, 2 тройника спутались. Назад кинул. Всяко я проплыл уже щуку. Всякая она где-то здесь осталась. Вот. Не поверю, что тут в этом типу ее нету, друзья. Она есть здесь. Просто она сейчас не сильно активна. Перед вечерним клевом еще не активизировалась. Вот. Как-то так. Вот в этот прогал можно кинуть. Вчера я здесь 5 штук щучек взял. Буквально за час. И взял, короче, окуня. Вот. Короче, у меня уже примерно премьер на 40, на 50 где-то. Видосов есть по часу. Может больше, друзья. Это я так говорю, но это точно. Много-много-много часов я снимаю. У меня каждый день получается часа по 2.
выбираю. Так что премьеры будем смотреть с вами. Осенью, зимой. Вот в этот окошко кинем. Ну, тройник у меня зацепился, друзья. Вообще неправильно идет воблер. Непонятно как чё, блядь. Видите? Цепляется скотина. Ух, траву прям кинул. Ну, сейчас он вроде бы отцепился. Ну, бабахни, давай. На камеру-то давай. Давай. Сегодня в Омске дождик был. До нас еще пока не дошло, но вот ветер меняется. Я говорю, погода будет меняться. Ветер уже 2 дня в другую сторону дуть стал. Вот. Как-то так. Памяти у меня примерно на 1.5 часа. Здесь же уже должны быть щуки. В таком месте-то. В козырном. Козырное место, да. Здесь уже можно на блесну пробовать. Тоже такие раздолья здесь. Классные. Я вчера еще думал здесь... Не вчера, а сегодня подумал, что... Можно пробовать здесь на поппер, наверное. Здесь, наверное, щука должна быть хорошая. Крупная должна быть. Вон уточка полетела. Две даже. Сегодня я уже штук 35, наверное, уже видел. Вот пока добрался до места. Микрозацеп был. Микротравина. Что я хочу сказать, воблер этот раскидался, или в нем водичка начала накапливаться, или что? Я не знаю, опять трава идет. Хорошо травы идет. И опять же спуталась, блин. Ну нет, воды пока в нем не видно. Может, я его уже приноровился размахивать. Прям далеко летит. Дальше, чем раньше. Сейчас опять по траве, наверное, пойдет. Ну вот, помедленнее тяну, вроде травы нету. Медленнее тащу, и нет травы. Ага, видите, нету травушки. Но вчера у меня уже здесь ударчики, ребятки, были. Я уже здесь, наверное, 2 щуки и окуня поймал вот в этом месте. Все-таки, друзья, мне самый первый день понравилось здесь, когда я 8 щук поймал, дождь когда был вот этот вот, и это, вообще мне понравилось, тогда вечером такая погода была после дождя, прямо это, ну не передать, воздух такой влажный был такой, свежий прям такой, туманчик был такой, с воды прям поднимался, классно прямо. И щука клювала же у меня тогда хорошо. Не то, что щука классно клювала, вот просто вот мне запомнилось вот это вот прям такое вот, ну, погодное состояние такое классное, блин.
редко такие бывают на рыбалке погодные явления, которые нравятся. После дождя, ну комара было тогда, ё-моё, меня грызли прямо, друзья. Окунька еще хотел. Хорошего бы горбача вытащить на килограмм бы. Тут, наверное, такие не держатся, уходят. У меня есть, кстати, маленькая блесенка на окуня. Вчера она была, блин, я про нее забыл, что он у меня в коробке лежит. Вертушечка 2- или 3-граммовая. О, так сколько летит. 2, 4, 6, 8 штук, 8 черков, друзья, 8 черков полетело. Вот здесь бахнул кто-то, либо окунь, либо щучка. Но я опять тянул слабенько, она не успела как бы это зацепиться. Сейчас проверим, кто. Походу укололась. Это рыбина укололась. Ушла. Ой, еще червь полетел. Ну давай. Айда ко мне, красавица. А. Вот заразилка-то, а. Подразнила и ушла. Так, мы перебрались дальше, ребята. О, блин, кто-то сыграл, прям здесь стояла травяночка небольшая. Сейчас здесь прозвоним. Один промах сегодня. Трава идет. Ага. Трава ушла. Блин, не туда хотел. Туда шибану. Вот так. Только хотел еще 5 метров дальше, блядь, трава. Прошла трава. Ага, это нормально. Это нормальное явление, что трава сошла уже. Вот типа сюда хотел. Опять трава идет. Травень. Ладно.
нами травишка. Вот здесь сейчас шибанем сюда. Ну здесь щука должна быть тоже. Уже должна быть. Уже просторы щучьи. И окунь должен быть. Угу. О, удар был. Прям слышали, какой был, ребятки? Прям это, дёрнуло, блядь. Прям у меня чтоб слышно было. Ну и где ты, моя красавица? Обкололась, да, подружка? Ребята, я сейчас вот сюда заплыву, чтоб меня не уносило, я как бы стану вот здесь. Уже будет вот так травяное место, но зато я сейчас попытаюсь ее поймать. Здесь крупная, видать, грамм под 700, наверное. Резко так ударила. Нормальная щучка, друзья, сегодня первая. Вот видите, как классно взялась. Вот на такой вот чудесный воблер. Сейчас скажу, как называется. Намазу. Вот. Хорошая чирогайка, кстати. Крючком взялась нормально. Пиявку видите на ней? Иди нахер отсюда. Ну и карасиков сейчас покажу, какие у меня вот карасики, видите, вот один. У одного, видите, прям рыло что-то порванное, или жуки начали есть, или что. Сегодня уже оторвались от нуля по спиннингу. Так, ну я думаю, здесь еще можно позвонить. Кстати, вот в данной ситуации, видите, ветер какой. Я был прав, что я забыл вот в такой вот, ребята, карман, где вот такая вот трава меня тормозит. Я вот на месте стою, как бы, в бухте, как бы, в небольшой. И удачно получилось так задержаться здесь, что щучка вот в этом вот окошке взялась. А так бы меня пронесло, и все, я бы ее мог лодкой пугануть там, еще что-нибудь. А вот так вот в этот вот карман, где она у меня первый раз взялась, я кидал и подтянул ее. Ну, раза, наверное, с пятого, друзья, она взялась. Шит, туда он кинул, сейчас травы припру, блин, немедленно. Вот так сделаем. А, зацеп. Вот так. Хотел вот так передернуть, чтобы она вот так, как лягушка, прыгнула. И все. Не получилось, я перед травой сильно так уже поздновато дернул. Вот так, хоп. Хоп. Ух ты! Да ё-моё! Трав прошел, блин, проманеврировал хорошо. Почти
фитилек вроде начинается уже. Солнышко почти уже к закату подошло. Еще буквально час, и оно уже сядет. Прилично сядет. А у нас еще только один чурагай. Ну, у нас даже и одна будет, нам вообще по барабану, друзья. Самое главное процесс. Вот. В этот процесс я уже подловился. Нормально как бы уже. Даже и нос вешать нечего. И я знаю, что еще будут удары. И выловленные чурагаи будут сегодня. Это стопудово. Вот успокоится только все, и ближе к вечеру она попрет масть. Я даже, может, сегодня 5-6 поймаю щук. Вот. Вот такие вот дела, друзья. Ах, опять маленько в траву киданул, сейчас зацеплю, наверное. Нет, прошел вроде маленько как-то. Трава, блин. Вот сошла. Это, что я хотел сказать-то, друзья? Вот почему-то в глубине она сильно не это. Не берется, блин. Не знаю почему. Или она ближе ко дну стоит, мой воблер идет поверху, или что. На блесну бы скорее, наверное, взялась. Я вот даже не скажу вам, друзья, почему так. Вот. Для меня это остается загадкой. Как-то так, ребятки. Вон там щука сыграла. Друзья, вот. Может, я ошибаюсь, может, окунь. Но я видел, что кто-то плескнул. Вот метрах отсюда в 20. Сейчас я туда прям ходом. Метров на 10 подойду. И звякну, если там травы не будет такой. Ну, даже вот отсюда можно стрелять. Вот так вот. Сейчас тут квадрат бабахнем. О, блин, я как раз ровно попал куда надо. Где было. Вот эта фигня, где плескнулась. Но я сейчас с травой иду. Нет, трава сходит помаленьку. Нет, с травой. Комары-то какие кусачие, а, друзья, вообще жалят, 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 блин. Что-то у нас воблер зацепился. Как-то странно. Вот так. Ладно. Кто-то взялся, друзья. Непонятно кто, чурагайка. А, хорошо взялась, ага. О, вторая есть, друзья. Но она у меня как-то взялась, блин, я вообще не понял даже. То ли она взялась, то ли она не взялась, и это. Я остановился, думал, зацеп. Потом такой дёрг, что-то вроде дёрг. Опять дёрг, она дёрг. Короче, это.
В итоге я понял, что кто-то есть и потащил. Я думал, она мазанула. Вот. Ё-моё, как мне тебя достать? Зараза-то какая, а? Видите, как бывает. Вот, вроде тройник достал. Да ё-моё. У меня где-то ножик был, друзья. Складник. Попробую, может, им как. Ё-моё, а. Так, ладно. Ну что, ребятки, продолжаем. Рыбалочку. Две щучки есть у нас сегодня уже. Вот. Минут за 40, наверное. По всей рыбалке сегодняшней. Вот такие дела. Сзади меня кто-то булькнул. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. О, ударчик был. Промазала, блин, друзья. Промахнулась. Вы, наверное, видели, ребятишки. Блин, опять не туда кинул. Сейчас проверим, ребятки. Давай вот туда же. Опа! Ага, вот прям туда, как надо. Только на поди отошла. Сейчас я кину левее чуть-чуть. Сейчас я кину вот сюда, левее. Опа, вот сюда, в это окно. Давай, 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 давай. Нет. Ладно. Так, ладно. Ну и что у нас? Протянем, что у нас тут есть, нет? Так. Где-то она осталась, ребята, здесь. Давайте не переключайте, сейчас мы ее будем ловить. Сейчас мы, друзья, ее шандарахнем. По крайней мере, постараемся это сделать. Вон тут карман. Вот сюда, ага, вот так. Ага, идет, идет, идет. Давай, 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 давай. Стоять, стоять. Ушла, ушла, друзья. Сука. Вот я, чтоб на машине не видели, что я поймал. Под лодку я затащил. Ну что, продолжим других ловить. Так, третья у нас сорвалась.
по факту должна была быть, она у нас третья. Мне надо было в лодку сразу затянуть, я балбес, блядь, ее под лодку запустил, чтоб не заметили вон те он мужики, чтоб они сюда бегать не стали на рыбалку. Так, вот сюда кинем. А давай проверим, что она тут есть же. Поди, вот я проплыл уже ее. Где она у меня ушла? Она тут, поди, и осталась. Собака. Но она, поди, обосралась и напугалась она уже. Думает, ебать, там какой-то дяденька ловит меня. Скажет, это у нас не гальян, это у нас не ротан. Скажет, ё-моё. Вот она, вон там сыграла, блин. Друзья, вот там вот сыграла щука. Что у нас тут перехлестнулось, блин, непонятно как. Угу. Вот сюда вот так, хоп, ах, вообще не сюда. Но недалеко от того места. Сейчас я кидану еще разок. Давай это. Хоп. Опа. Ага. О, как раз. Нормально. Сейчас еще разок кинем. Только уже вот в этот квадрат. Хоп. Ага. Трава. Трава, блин. Зацепляется длинная, не елочка. Ну, вот она промазала, блядь. Вот она прям возле лодки была. Ладно, фиг с тобой. Переключились. Вот сюда. В этот квадратик. И опять в траву, блин. Травен кинул, блядь. Удар был, блин, друзья. Был удар вот здесь. Опять слабенький, блин. Странно.
солнышко уже к закату. Прилично уже штиль. Штиль уже почти что. Щучьи места классные здесь, вот раздолье лучше, чем в том тюпу, блин, где я первые дни рыбачил. Здесь намного лучше. Здесь вот эта вот длинная травочка осока растет. Это вот самое такое место классное. Она ее прямо обожает, щука. Вот там должна быть щучина. Там кто-то сыграл. Сейчас я туда газану. О, опять сыграла там. Давайте. Хопа. Ага, куда надо. Травушка, микрозацепчик, вот. Но тут ее еще поискать, друзья, надо. Где она тут есть-то? Где-то она здесь бродит. Вот она. Хули вы смотрите, блядь? Не хочу, чтоб видели. Вот она, третья у нас есть. Ну, классно она тащилась, друзья. Продолжаем поиск рыбы, а именно щуки. Три щучки есть у нас, нормально. Наверное, штуки 4 уже схода было. Ну, один сход и удар, как бы, 3, наверное, удара было. Таких, которых я потом не поймал. Вот. Сейчас вот здесь прозвоним еще. Может, она тут не одна ходила. Траву прямо. Прям в траву забубенил. И воблер, по-моему, спутался у нас, нет?
Да, спутался воблер. Тройники перехлестнулись. Вот все, отпутались. Так, ладно. Какое окно кинул. Классное. Траву взял. Так, ну-ка, вот здесь что у нас творится? Блин, дальше бы. Было бы круче. Да. Вау, можно вот здесь попробовать. Между траве. Микрозацепы травы были. Вот в этот прогал сейчас бахну. Намазу. Воблер намазу. Вот из четырех воблеров я одним херачу. Просто вообще убийца щук. Зацеп травы, блин. Прям хорошей травы. Все, что ли, сошла? Точно сошла. Травушка-муравушка сошла. Сплёсков щуки не наблюдается. Так-то вот видите, где щука плескается, туда я подкидываю, в большинстве случаев я вытаскиваю. А вот в некоторых случаях, я думаю, где я не вытаскиваю, где она не берется, там, наверное, окунь прыгал. Вот, потому что окунь не сильно активно здесь попадает. А щука берется. Ну, для меня такие выводы делаю я сам, что это просто щука берется, когда прыгнула. А когда не взялась, прыгнула, то это окунь. Окунь.
Здесь должно быть щуки много, потому что вот травы вот этой вот осаки. Прям вообще вот по всей воде, видать, торчит она и торчит. Друзья, здесь лови, 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 не хочу. Все, почти штиль. Сейчас уже, по идее, должна щучка начать уже активнее бить. Где-то сыграла, я не понял, где. С какой-то непонятной стороны игранула, я не понял, где. Ладно, 7 гигов осталось, я сейчас, короче, останавливаюсь. Он уже как-то ела. У меня уже давно ударов не было. Что-то не хотит, но минут 15-20. Вот так где-то прошло уже, после той щучины, которую я вытащил. Может, я сильно далеко от берега плыву, может, еще, я не знаю. Может, на ту сторону надо перебираться. Травушка прошла аккуратненько. Так, ладно, сейчас вот здесь... бомбанем. Так, я вот думаю, друзья, сейчас я поближе к берегу подойду. С стороны кто-то где-то пляскается, я перешел на другую сторону, ребятки. Думаю, что здесь вся щука сосредоточена. Вон где она плескнулась. Примерно 100 метров отсюда. Но я уже сейчас обратно буду возвращаться, ребятишки. Потому что мне уже пора. Сейчас я вот сюда бабахну. Вот так. Прям хорошо плескается. Так, ладно, сейчас в обратку. Закат какой, две утки сидят. Так, ну ровно 7 гигов осталось. Это примерно на минут 40. Можно поснимать, друзья, пока что. Пока что можно поснимать уже по светлоте.
как стемнеет, уже нормально будет. Памяти как раз хватит, даже если 40 минут порыбачить. Ну, максимум сейчас минут 30 поснимать. Вот так. Потом можно будет оставить до выхода к дому. Все равно где-то еще жахнет. Интересно, что с глубиной тут. Вот так спиннинг. Хоп-хоп. Ну вот. Метр где-то глубины. Метр, ребятки. Метр глубины. Вот тут вообще трава сосредоточена, как бы. Обалдеть. А здесь не сильно глубоко. Вон там кто-то сыграл. И вот здесь кто-то был. Вот тут кто-то был, друзья. Куда она отошла, собака? И эту потерял, где она? Плескнулась, и там еще какая-то плесканулась. Здесь глубина вообще не сильно-то и глубокая. Какие-то рыбки распугались. Взяла, что ли, было. Там прям плавник был вышел, ребята. Просто плавник был вышел. Сейчас вот отсюда потянем, посмотрим, что там было. Засек я ее. Она подошла вот так, взяла как это. Как собака. Что-нибудь, допустим, хлеб там или что. И стоит, друзья, я просто это. Потом такой, дыксна. Она первый раз так подошла, плавник видно было. Вот четвертая у нас есть. Это вообще первый раз у меня такая херня. Она вот так подошла, хоп, взяла, короче, и стоит. Я ее тык-тык засек, короче. Классно. Мне понравилось. Так, ну чё, ребятки, еще тут позвоним. Давайте, давайте. Прикольно она тыкнулась. Просто подошла, взяла... А, плавник-то первый раз я увидел. Может, и вы заметите на камере. Так, а вот сюда надо же покидать где-то, которая у меня здесь была. Она же сюда куда-то отошла. Заразюка-то, которая отошла от берега. По-любому она далеко не побежала. Скажет, нахер надо. Че я, блин? Вон там был кто-то небольшой. Скажет, че я побегу-то далеко. 4 есть у нас, ребятки. Давай не будете там это шуршать, а то вы пугаетесь своих щуканов. Ребятки, давайте успокойтесь. И ждите, я вас в холодильник принесу. В ларь бирюса засуну. Вон она опять там плескнулась. Видно прямо, он круг пошел. Можно туда мне проплыть сейчас. Так, до куста не доплываю, да, он до того.